Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и третья волна второго раунда зимнего аукциона принесла нам Шкоду Т56, которую выставили на продажу за 8000 голды. Стоит отметить, что ранее машина продавалась за 8500, когда выходила одновременно на продажу в составе набора с AMX CDC. Тогда за набор просили 12500, как вы видите, ну а отдельно сама Шкода Т56 была оценена разработчиками в 8500, то есть получается вроде бы как на 500 голды дешевле, нежели изначально, когда-то машина выставлялась в голом состоянии. Что касается моего мнения по поводу машины, то, честно говоря, машина довольно-таки скучная, и я бы сказал, что не сильно веселый геймплей вам предоставит. Все это сейчас обсудим, выкатим машину из ангара. Давайте для начала посмотрим на бронирование по тачке. Кстати, в описании я добавил ссылочку на обзор всех машин, которые сейчас есть на аукционе, в том числе и абсолютно честный обзор на Шкоду Т56 с заценом полным по броне и сравнением с другими машинами на уровне. Так вот, ребят, если снять вот эту вот маску-экран с башни, мы видим перед собой вполне себе стандартизированная броня для полусреднего, полутяжелого танка. Я бы вот так это называл. Тут есть крутая приведенка в 288 в верхнем бронелисте, абсолютно картонный нижний бронелист. Что касается бортов по башням, то все действительно круто забронировано, хорошие скосы, и вот эти вот щеки башни, они не видны, потому что, когда вы играете, понятное дело, есть экраны, и тут не угадаешь, куда кинуть и под каким углом. То есть соперник постоянно должен думать по поводу того, а вот сейчас конкретно пробью или нет. Но выцеливают абсолютно спокойно верхнюю вот эту комбашню. Ну и если вы играете, допустим, как-нибудь вот так, то понятное дело, что по бортам вас пробивают. Что касается игры ромбом, то я бы сказал, что машина неплохо себя показывает, хотя далеко от идеала. Опять-таки, если вы играете против своего соперника, то стоит отметить, что когда вы вот так стоите, вот сюда абсолютно спокойно вас пробивают. Поэтому ни в коем случае нельзя отворачивать орудие от ваших соперников. Если стоите ромбом, лучше становитесь так и, соответственно, здесь добавляйте себе приведенки по щеке башни. Но это мое скромное субъективное мнение, как я лично играю на данной машине. А как будете играть вы, здесь уже сами определяйтесь. Я, в конце концов, не гений танков для того, чтобы вас учить играть. Что касается ТТХ по машине, которое можно посмотреть непосредственно стоя в самом ангаре. По орудию здесь, ну, крайне все невесело. Дело в том, что с установленным оборудованием на досылатель и два раза на улучшение времени сведения, мы все равно при этом всем имеем время перезарядки в 14,5 секунд, время сведения в 5,6. Ну, согласитесь, очень круто, в негативную сторону, безусловно. Что касается разбросов, то тоже не радует, 0,4 практически. При этом всем бронепробитие всего лишь 215 мм, и хотелось бы, чтобы было повыше. Но как только вы ставите здесь в оборудовании калиброванные снаряды, у вас еще ниже падает ДПМ, хотя непонятно, куда уже ниже, 1862 единицы. И да, типа крутая альфа в 450 единиц, но попробую еще этой альфой накосить нормально забой. Стоит отметить, что вполне себе приемлемый угол склонения орудия вниз минус 8 позволяет отыгрывать где-то от неровности, от башни. Башня приплюснутая, по высоте танк не такой уж и большой. Ну и в принципе, если где-то вы находитесь за каким-то укрытием в виде холма, то приведенка в верхнем бронелисте еще больше становится, ну а ваша комбашня практически не видна для соперников. Короче говоря, если и отыгрывать, то опять-таки только вот в такой вот прямой проекции, потому что если вы повернете башню в сторону, то любой желающий абсолютно спокойно вот в эту вот зону забрасывает вам урон. Вот такая вот машина по ТТХ. А что собой представляет в реальном бою, сейчас посмотрим вместе. Ну что, давайте что ли начинать потихоньку. И начинаем, как обычно, с подвижности. Подвижность вполне себе приемлемая. Безусловно, есть танки тяжелые, которые передвигаются быстрее, но на Шкоде этой скорости более чем достаточно. Меня больше смущает время отхода назад. Вот хотелось бы, чтобы она откатывалась немножко бодрее, потому что переходить на перезарядочку в 14,5 секунд хотелось бы как можно быстрее, да? То есть сделал выстрел, откатился назад, ну и сиди себе, ожидай, пока перезарядится орудие, и опять выезжай со своими 450 среднего урона. Хотя, все-таки, ребят, далеко не фонтан, даже 450 единиц с учетом уровня по пробитию и с учетом вот этого вот просто безумно унылого времени сведения. Ладно, обсудили ТТХ по орудию, оценили, что
собой представляет подвижность данной машины. Ну и о чем стоит помнить, когда будете играть на данной тачке, если себе ее купите. Опять-таки повторюсь, я не супер танкист, я никого не учу играть. Я делюсь просто своим мнением, как я отыгрываю на данной машине, так чтобы пытаться быть максимально результативным. Первое, что стоит помнить, что ваше крайне долгое время перезарядки, это в первую очередь вам звоночек о том, что необходимо находиться хотя бы с одним своим союзником где-то поблизости. Если будете играть самостоятельно, никакого счастья вы однозначно не сыщете. Дело в том, что пока вы перезаряжаетесь, вам нужен кто-нибудь, кто сможет вас поддержать, кто сможет вместе с вами пострелять по кому-то. Ну, короче говоря, обязательно нужен союзник поддержки. Такс. Ну вот семерка Defender, да, и я вынужден переходить на голдовый снаряд для того, чтобы можно было Defender пробить. Ко мне едет лесная ведьма, я крайне бодро получаю лещей со всех сторон, откуда только можно, и продолжаю перезаряжаться до сих пор. Ну вот, в принципе, и все. Вот, в принципе, и поиграли. Я не могу сказать, что конкретно в этом бою виноват только лишь я, и только лишь Шкода показала себя крайне плохо. Если вы посмотрите сейчас на счет по количеству соперников и количеству союзников, то вы увидите великолепные 5-0. И походу, если сейчас лесная ведьма не сдуется и не выйдет под раздачу, то, соответственно, есть вероятность того, что будет вообще 7-0. ИС-2 экранированный продолжает кататься по карте. Молодец, красавчик, умничка. Поехал, объехал всю карту, ну, я не знаю, может, у него там учет результативности в километрах идет нарезанного пути по карте. Ну вот как-то так. 7-0. Не снимаю с себя вины, безусловно, но и все-таки сказать, что прям вся команда бодро отыграла и один я там пас задних, тоже язык не поворачивается. Пишите свое мнение в комментариях, насколько здесь была моя вина в проигрыше, ну и насколько зарешала, в принципе, результативность всей команды в целом. Что касается моей результативности. Вау-вау-вау. 792 единицы нанесенного урона. Что касается фарма, даже смотреть не будем по одной простой причине, потому что заценивать не на чего. Ну и я это, в принципе, признаю абсолютно спокойно. Что касается результативности в разрезе команды, да, были союзники, которые сделали больше, но мне что-то кажется, что не сильно нам это помогло. Как обычно, обязательно лайкуем тех, которые сделали самый большой результат в бою, они действительно этого достойны. По крайней мере, ну уж точно в данной катке ребята показали себя, допустим, лучше, чем я. Почему бы не поставить им лайк и не показать свое уважение к ним через проставленный лайкос. Ну что, берем машину и давайте попытаемся еще что-то, потому что то, что было сейчас, это далеко не то, что может Шкода. Ну что ж, очень надеюсь, что в этой катке получится немножко пободрее и повеселее. Параллельно с тем, хотелось бы отметить две вещи. Первое. Как я изначально говорил, Шкода не подарит вам каких-то супер впечатлений от боев. Она, ну, прям полна каких-то недостатков, в первую очередь для новичков в этой игре. Может быть, какие-то супер там пупер танкисты и могут на все 100% реализовать потенциал данной машины, хотя я и не слышал огромного количества позитивных отзывов по поводу Шкоды, даже от тех ребят, которые играют, ну, чуть ли не как боги. Это первое. Второе. Со своего, спасибо большое, со своего обзора я не собираюсь чего-либо вырезать, мне не стыдно признавать свои ошибки в боях, мне абсолютно не стыдно показывать проигрышные катки по одной простой причине, потому что данные проигрышные катки в целом, они ожидают и вас, если вы средний танкист, если вы средний игрок, ну и соответственно не можете претендовать на постоянные 100% побед на каждой тачке. В общем, бой, бой рознь, и то, как получилось, так оно в обзорах у меня и остается. Я считаю, что это честно по отношению к моим зрителям, ну и в целом те ребята, которые играют вот точно так же, как играю я, имеют такую же результативность и успешность, именно по моим видео, как мне кажется, смогут понимать, насколько тот или иной премиумный, коллекционный, либо даже проходной танк им нужен, насколько они будут получать удовлетворение от боев на той или иной машине. Короче говоря, я показываю танки, как я это называю, такими, какими они есть на самом деле, руками среднестатистического танкиста. Объехали мы, блин, полкарты, наступил на те же самые грабли, на которые наступал ИС-2 экранированный в предыдущей катке, про которую я говорил, что у него учет идет, ребят, результативности в километрах. Я, честно говоря, ожидал, что сейчас мы тут приедем, я хоть кого-нибудь встречу, увижу, ну и, короче, смогу что-то сделать. Не получилось.
Ну, блин, ну и продолжаю перезаряжаться. За это время М4 FL10 отправился в ангар отдыхать. Я попытаюсь отсюда свалить, насколько это возможно. Поеду сейчас к своим союзникам для того, чтобы втроем вместе держать как-то круговую оборону. Самостоятельно, с учетом времени перезарядки, я не выстою однозначно. Меня просто не хватит. Меня очень быстро и бодро разберут. Прилетает ко мне первый желающий сделать мне больно. Обладатель великолепного барабана. Еще и химера подъехала. Просто супер. Вообще, ну как медом здесь помазано, серьезно. Так, супер Хеллкэт. Может быть свободен, слава богу. Не пробил меня, уже хорошо. Откатываемся назад. Кинул без полного сведения. По одной простой причине. Потому что понимал, что не успею полностью свестись. И все-таки это время сведения. Один из тех гвоздей, которые, ну, прям четенько входят в крышку гроба этой машины. Химера. Химера прилетела. Крайне суперски. Красиво, как в ковбойских фильмах, спустилась с горы. На дальних расстояниях фиг кого выцелишь нормально. 40 раз успеет соперник отъехать перед тем, как ты будешь уверен в том, что ты сможешь сделать хоть что-то. Да, фугас можно было не использовать, как я понимаю. Обидно. Продолжаем пока держаться. Не знаю, надолго ли нас хватит, но в любом случае сдаваться я не планирую. Я всегда борюсь до последнего по одной простой причине, потому что считаю, что самое позорное, что можно сделать, это поднять орудие вверх и сдаться. Даже если игровая ситуация полностью для вас предсказуема в отношении того, что ничем хорошим для вас этот бой не закончится, все равно ни в коем случае никогда не сдавайтесь, потому что в любом случае вы зашли сюда для того, чтобы воевать и быть полезным, а значит должны сражаться до последнего. 2-3. Сейчас, скорее всего, меня приговорят в корму. Не хотелось бы, конечно, но как есть. Жаль. Жаль, ведь все хорошо начиналось, и, в принципе, шансы у нас были. 2-2. Уже хорошо, но, к сожалению, меня выносят. 3 фрага на моем счету. Сделал все, что смог. Не уверен, конечно, в том, что наш Септер сможет что-то годное сделать. Ну, короче говоря, как получилось, так получилось. Да еще и по очкам захвата мы тут немножечко провтыкали. Ну ладно, проиграли так проиграли. Вопрос-то не в том, чтобы выиграть. Вопрос в том, чтобы посмотреть, на что машина реально способна. Она способна, но способна не настолько круто, как хотелось бы. Как я уже говорил, основные вещи, которые ее хоронят, это время сведения и время перезарядки. Если бы не два вот этих вот момента, машина бы была куда круче и куда интереснее. 2700 единиц нанесенного урона, 40 тысяч фарма серебра, с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт. Ну и что касается моей результативности в команде, то я занимаю гордое первое место. В данном бою, мне кажется, вполне себе заслуженным. Как видите, союзники, ну, прямо скажем, не очень хорошо отыграли. Если бы сделали немножко больше, то, возможно, и мы бы с Септером успели сделать тоже гораздо больше. Ну и, соответственно, одержали бы все-таки заслуженную победу. В конце концов, сопротивлялись мы уж точно с гордо поднятой головой и до последней секунды боя. Чего и всем желаю, а точнее, чего от всех и требую. Ребят, не сдавайтесь никогда. Что касается Шкоды, давайте подсуммируем крайне быстро и кратко. Не знаю, насколько много будет желающих приобрести себе данную машину. Я думаю, что пока цена 2-3 раза не снизится на этого красавца, то особого ажиотажа точно не будет. И эта машина уж однозначно не для новичков. Ребят, не ведитесь даже на низкую цену, если у вас нет большого количества танков в ангаре. И, соответственно, вы хотели бы приобрести себе Шкоду больше в коллекцию для того, чтобы поставить галочку. Допустим, тот же самый Type 57 по орудию немножечко повеселее. Что касается тех машин, которые действительно стоят внимания для новичков, вы всегда можете найти информацию об этом у меня на канале. Ну что, я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, крайне выгодных и качественных покупок на новогоднем аукционе, ну и главное, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.